Приветствую вас. Я понимаю, что вам нужно то, что я скажу, покажется немного странным, может быть. Вот, но тем не менее хотелось бы там сказать. В первую очередь, первое, на что, мне кажется, вам нужно ответить, вот, ну, именно вам, это то, зачем вам, условно говоря, вообще общаться с людьми. Ну, то есть, вот, вы вроде как говорите, что люди вас раздражают, люди вас бесят, вот, я могу это понять, зачем вам с ними общаться, это, на мой взгляд, очень важный момент, то есть, ну, для чего, ради чего. Ну, следующий вопрос касается того, что для вас эти люди. То есть вот вы говорите, что там, ну, по прошествии вот какого-то времени у вас это началось. То есть, ну, спустя какое-то время. Вот. Тоже важный момент, что происходило у вас. То есть, очевидно, какой-то опыт у вас имел место быть. А вот. Ну, опыт может быть негативный. Опыт может быть такой неприятный. Опыт может быть ну или болезненный, раздражающий, или опыт, где вы чувствовали себя очень хорошо, наоборот. Агрессия – это всегда про страх, как правило. То есть это вот агрессия, это когда чего-то я боюсь, что-то мне страшно, вот, что-то мне достаточно сильно угрожает, вот, и, соответственно, вам люди, вот, ну, по вашему мнению, чем-то угрожают. Да, совершенно не значит, что вы ошибаетесь, совершенно не значит, что вы не правы. Может быть, действительно, вы находитесь и живете в такой реальности, где люди на самом деле имеют возможность вам чем-то угрожать. Вот. К сожалению, вы прячетесь, на мой взгляд, за обесцениванием, вот, когда, например, вы говорите, что, на ваш взгляд, там, тупые люди, вот, это обесценивание. То есть нужно обесценить людей, чтобы
их значимость была не такой большой. Нужно обесценить людей, чтобы их значимость не была для вас столь, ну, ощутимой. Вот. И, на мой взгляд, это достаточно серьезный момент, потому что вот с этим обесцениванием есть какой-то вот страх. Эти люди, несмотря на то, что вроде как вы это не признаете, для вас очень важны. Вот. Момент, как мне кажется, здесь в том, чтобы попытаться увидеть то, чем для вас эти люди важны. Вот. И может быть, вполне вероятно, что у вас получится найти ответы на эти вопросы, потому что если ну, если вы будете к себе внимательны, например, да, то у вас будут все шансы для того, чтобы увидеть причины, чтобы увидеть основания такого реагирования. Вот. Ну, отдельно, в принципе, можно, как мне кажется, сказать, что ругать и винить себя за это не стоит, потому что как бы вы себя ни ругали и не винили, все равно ваши реакции вызваны, и вот как это не, быть может, парадоксально звучит, но такая реакция лучше, чем если бы и не было вообще. Вот, потому что, ну, если бы вы не защищались, вот, если бы вы не выражали таким образом свою реакцию, то, может быть, все было бы еще куда более хуже. Сейчас, по крайней мере, у вас есть такой способ снятия напряжения. Да, вы можете не видеть, не осознавать, с чем это связано, но, по крайней мере, психика ваша себя защищает, и хочется верить, что защищает она себя не слишком деструктивно. Вот. А лечить? Лечить ничего не нужно, потому что все-таки, мне кажется, вы обращаетесь к психологу, вот, к психологам, вот. Все-таки психологи лечением не занимаются. Вот. Мы занимаемся психотерапией, это не лечение, а скорее изменения. Вот, и, соответственно, на мой взгляд, было бы довольно ошибочно полагать, что мы будем менять вас,
На мой взгляд, что более реалистично, это то, что наша задача показать, что можно, что, ну, что бывает по-другому, да, показать, что бывает иначе, показать, что кроме вот, ну, кроме, кроме ваших вот чувств, которых вы, которые вы замечаете, есть что-то еще, помимо. И вот на это уже обращать внимание ваше. Вот, соответственно, тонкость здесь, на мой взгляд, именно в этом. То есть, если вот говорить о том, что мы можем сделать, то я бы сказал, что как-то вот полнее проживать, ну, полнее помогать вам проживать ваши чувства. Потому что сейчас у меня, например, такое есть впечатление, что вот в себе вы свои эмоции блокируете. Вот. Свои переживания блокируете. То есть, ну, прячетесь вот за раздражением, прячетесь за, ну, за злостью, за обесцениванием, вот. За всеми этими вещами вы можете прятаться. Вот. Ну, другой вопрос, что хорошего в этом ничего, на мой взгляд, для вас нет. И, в принципе, там, да, быть не может. Вот, поэтому я бы рекомендовал вам все-таки вот смотреть куда-то в сторону вот это. Моя коллега вот вам сказала, что вот, что вот вам нужно увидеть, что за агрессией вашей, и на мой взгляд, она права. Вот, потому что за вашей вот агрессией совершенно верно что-то скрывается. Вот. Вопрос заключается только в том, что именно. Вот это важный, на мой взгляд, аспект. Важный, на мой взгляд, момент. Вот. А можно и нужно это разбирать. Можно и нужно на этот, ну, как-то это исследовать. Вот. Другой вопрос, вот, хотите ли вы этого? Вот. Ну, то есть, я имею в виду, интересно ли вам это, да? Вот. А если интересно, то поработаем, поисследуем, вот, и поможем вам. Ну, грубо говоря, да,
Вот. Если, соответственно, не интерес, ну, то есть, если вы как-то вот не настроены работать, да, не настроены кто-то, ну, взаимодействовать, не настроены исследовать. Ну, это уже тогда это будет вашим выбором и соответственно, я думаю, что вы уже сами сможете отвечать за то, что будет происходить в вашей жизни в дальнейшем. Вот, мне все же очень не нравится, что вы говорите лечить, да? Вот. Мне кажется, что лечить ничего не нужно, это подразумевает, что чего-то с вами не так. Я так не считаю, что с вами что-то не так. Поэтому и лечить, соответственно, считаю, у вас нечего. Вот. Вот такой у меня будет вам ответ. Плюс-минус. Насколько вы уверены в себе? Хочется спросить вас, насколько вы доверяете себе? Хочется спросить вас, доверяете ли вы себе вообще? Хочется спросить вас. Вот. На мой взгляд, это довольно важный момент. Потому что если вдруг вы себе не доверяете, то вот мы имеем дело как раз с основанием для подобных реакций ваших. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.